Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков вместе с одинцовскими активистами «Единой России» проверил ход капитального ремонта двух многоквартирных домов в лесном городке на Фасадной улице. Инспекция прошла в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» и отработки наказов народной программы. В настоящее время капитальные работы в доме номер 14 выполнены на 50%. К ним приступили в феврале 2023 года. До конца августа капремонт будет завершен. Работы в доме номер 12 выполнены на 10%. Модернизация началась в апреле. До конца сентября подрядная организация обещает ее завершить.